Тёма, на каком-то железе будешь сегодня писаться? Железо у нас сегодня преимущественно K-Custom, Zildjian. Накликали мы его, да? Ой, да. Очень крутая тарелка. Сам послушаешь, там такой вообще диапазон звучания. Офигенно крышуется. Толщина у них как у 5B. Даже в районе 5A. Все достаточно тонкие. Сама палка длиннее. И вот эта часть, где идет сужение палки, она очень короткая. Это дает смещение баланса ближе к концу палки, а не к заднице. Намного увереннее сидят в руках. Атака от них ровно на том уровне, как нужно. Еще раз, музыка стерео. 3 – это бочка, 4 – это снэр, а здесь вся остальная кухня. Я буду там, пройдемся по каждому барабану, под настроем и потом садим. Поиграй еще раз. Тёма, ну что? Записали, по-моему. У нас есть удачные дубли. Игорь, сделай что-нибудь умное. Наша любимая рубрика «Игорь, сделай что-нибудь умное», эпизод второй. Сегодня у нас будет анбоксинг ящика пива. Самое ужасное, что было в моей жизни, это большая кружка крепкая. Игорь, там муравьи бегают по тарелкам. Посчитай заново. Раз. Два. Вот эта вот беленькая штучка, вот это все скотч малярный называется, прикинь, да? Малярный? Да, беленький. А еще он бывает разноцветный, на нем можно рисовать. То есть барабанщик это немного маляр, я правильно понимаю? Если хочешь заглушить, может ты просто крестом этот скотч так шк-шк наклей. Можешь туда ногу положить. Какими палками ты играешь? Это Vic First 5, а? Уже стертые. Зачем глушить, Томы? Потому что слишком вулки, хочется. Сиден трэш. Опа! Ну, на то и рассчитано. В принципе, как вся наша музыка. Спасибо. Мы крутилочки крутим. Мы тут не ляским, а сясим. О, сел как прогрессив гай. Как это, как классикал джитарист. Мне кажется, лучше изначально сделать нормально, чем потом что-то. Мы не сделаем нормально. Погодка самое то, чтобы писать барбекю. Собственно, я иду это делать. Змеи! Всюду змеи! Игорь, как ты относишься к прямой бочке? Прям. Разумительный комментарий. Пошло. Зачем два дебокса? У меня вопрос. Мой единственный комментарий. А стать крутым, ну, нажимаешь на лифт. Происходит разрыв земли? Происходит разрыв лифта. Видишь, написано Earth. Видишь, Earth Lift. А это вот. Экологично? Слушай, похоже, уже мы записали мастер-класс, который ты можешь продавать за деньги. А ты помнишь, какой темп в конце? Или ты там этот от души делаешь? Кому нужны эти красивые аккорды? Нет, это вот этот вот дубль. Это первый. Играет. Ну, я считаю, первый вот этот. Нет, это второй.
Он же без этих штук. Сложности арифметики. Так а вот тут вот нормально? Нет, не нормально. Считай, пожалуйста, вслух. Итак. Короче, у нас есть дилей 8 триолями в темпе 60. Нам нужно получить тот же дилей, только теперь, чтобы он играл 8 обычными. Какой это будет темп? Че, на своем жилете сегодня будешь? А не будет такое, что в разных темах очень сильно по-разному будет звучать? Слава богу, сегодня мы записываем не это. Такой же, как здесь был. Такой ватный? Да. Ну хорошо, а это... А на концерте... А здесь на самом деле будет как бы их на сколько? 10? На репе я делаю ногой вот так. Репетировано. Записываем брачное спаривание Нарвалов, дубль первый. Врубай. Врубай. Крики Нарвалов, дубль один. Нормально. Бля, последняя нота не очень. Битен, нигдзо, мер. Битен. Напился. Малиновый звон. Насчет тюна дудок. Да, вот у нас... Грубо говоря, пишется близкий микрофон один и стереопара МС, состоящая из одного моно и одной стереодорожки. Так вот, чтобы все это дело оттюнить, сначала важно сложить всю вот эту пачку в одну, в данном случае стереодорогу, и только после этого начинать ее тюнить. Понял, вот. Все понял. Я ничего не понял. Я саксофонист, дайте поиграть. Проснулся я такой в 8 утра и думаю, да мне ж через 2 часа вставать. Я ж посплю, может быть, еще. Че, встал в 10, вызвал такси в 11:30, и знаешь, че, пробки. Понабрали тут всяких по объявлению, потом говорить начнут. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Раньше он начинает кашлять. У нас такой современный Бетховен. Люди в машинном отделении по грудь в воде стоят. Это лексикон 480-й. Классика, классика. Будет делать красиво. Секси-сексофон коллекшн 100. Более талантливый, менее талантливый. Илюх, может тебе кофейку попить? Понял, что настолько хуёво. Ну, типа, как мне показалось, там было очень много тоник и квинт. А ты же знаешь, как я не люблю тоники и квинты.
легатный тык. Планируется последняя сессия. Дописываем остатки. Что, зря что не пришли? Да денег там точно нет, я проверял. Кому нужны деньги, там наркотики должны быть. Наркотики все у тебя. Ты хоть раз видел у меня наркотики за эту гребаную жизнь? Ты знаешь, у меня есть ощущение, что они просто в тебе. Тогда бы мы в гранж-альбом писали. Искусство звукорежиссуры заключается в дрочении крутилок, чтобы не хрустело. Так, как у нас там обычно? Сакс, музыка. И ревер. А, ревер еще тебе делал. А не ложатор где? Не ложатор? Не ложатор вот тут. Здесь. Не, ну опять романсы, блядь, свои играют, а? Романсы, бля, вырубай! Почему духовые называют ревер холлом? Почему они не говорят, сделай мне ревер, они говорят, сделай мне холл? По какому принципу ты выбираешь барабаны, которые вынести из комнаты, в которой происходит запись? По настроению. Блядь, они по камертону строятся, пиздец. Вы что, ебанули, что ли? Можешь? Говорит, вас в Германии не пустят из-за этого. Вы когда прилетите, вас обратно отправят. В общем, там что-то вот этот мур должен быть написан в каком-то другом месте. Гердолицкий. Да, Гердолицкий, да. Бегите, типа, это нужно перезабивать в базе, значит, по-другому. Мне звонит администратор в слезах просто. Денис, все, быстрее, сейчас уже вот, уже сейчас посадка будет. Слушайте, ну я так много никогда не бегал вообще. По аэропорту просто. Братан, так я не понял, ты барабанщик или гитарист? И руки. Официально целиком закончен. Ура! Ты даже теперь слышишь нормальную музыку. Все.